На улице Лермонтова, 75, в поселке Супсех, 14 сентября отмечали праздник. Долгожительница Мария Человская, которая исполнилась 90 лет, принимала поздравления. Она родилась 14 сентября 1924 года под Варваровкой. Мария Петровна рано стала вдовой и самостоятельно воспитала 5 детей. Долгое время работала в колхозе. Заслужила звание ветеран труда. С юбилеем Марию Человскую пришли поздравить заместитель главы администрации Супсехского сельского округа Дмитрий Мазуренко, председатель Совета общественности округа Наталья Маслова, начальник отдела по взаимодействию СОТОС Елена Пархоменко, соседи и маленькие жители поселка. Мария Петровна, от лица Супсехского сельского округа говорим вам о том, что помним, приходили к вам, гордимся вами. Видите, вот из Кремля пришло, и мы поздравляем вас с днем рождения. Так держать, чтобы в следующий раз, когда мы к вам придем, мы опять были в огороде и не слышали нас. И говорили, я копаюсь здесь. Марии Человской вручили поздравительное письмо из Кремля от президента России Владимира Путина. Таких громких поздравлений именинница и не ожидала услышать в свой адрес. Я рада, и мне не верится прямо. Такого никогда не было. Я говорю, кто это возбудил, что это хотят сделать? Человек в этом возрасте нуждается больше всего во внимании. У него уже все есть. И крыша над головой, и детей вырастил, и внуки уже воспитаны. Остается только одно – внимание людей. Вот хотя бы в этот день, хотя бы в день рождения, в полной мере мы стараемся человека поздравить. На долю Марии Человской выпало немало трудностей, но они только закаляли ее характер. Несмотря на возраст, Мария Петровна сохраняет оптимизм, которого хватит еще нескольким поколениям, трезвую память и готова делиться жизненным опытом с молодежью.